Продолжаем выпуск. В Караганды на 4-летнего ребенка упала часть цементной обшивки дома. Жильцы утверждают, что в многоэтажке, которую построили по госпрограмме, стало опасно жить. Как эту проблему предлагают решить городские власти, выясняла Людмила Батюшкина. Со вчерашнего дня маленькому Ахмеду тяжело разговаривать. На голову 4-летнего ребенка обрушился кусок цемента. Мальчик вместе с родителями заходил в подъезд, когда фрагмент декоративной обшивки сорвался с высоты 6-го этажа. У нее еще на руках был ребенок 10-месячный. 10-месячный ребенок успел отдать супругу, а его хотела схватить за руку. В этот момент как простина на него завалилась, и он головой стукнулся о бордюр. И паника, в шоковом состоянии. Смотрю, я почему-то сразу начала натягивать шапку, смотрю, под шапкой кровь идет. Врачи диагностировали у Ахмеда закрытую черепно-мозговую травму и ушибы мягких тканей головы. Жалобы основные были у него на головные боли, головокружение, тошноту и рвоту. То есть превалирует у нас общемозговая симптоматика. Родители уже обратились в полицию и в службу ЧС, но их там упрекнули в недосмотре за детьми. Что нам теперь делать? Мы в касках должны заходить домой. Это же вообще беспредел. Дом рушится на глазах, как карточный домик, как ветер дует, все. Со всех сторон летят осколки, а со всех сторон стройматериалы некачественные. По словам жильцов этого дома, они стараются даже машины во дворе не оставлять. После того, как на несколько автомобилей упали куски злосчастной обшивки. Ущерб за покореженный транспорт никто не возместил. Мы обращались, вот при открытии школы нам заделали вот эту торцовую стену, ну и все, на этом закончилось. То есть дальнейших каких-то вот действительно того, что нужно людям, ремонт всего дома, этого не делалось. Обращались в Акимат и к застройщику. В ответах из отдела строительства города значится, что дом сдан в 2009 году, и гарантийный срок его закончился еще в 2012. Подрядчик обанкротился, так что судиться попросту не с кем. Жильцам остается либо за свой счет отремонтировать фасад, либо воспользоваться программой модернизации ЖКХ. Третий вариант – помощь от Акимата, но власти с ремонтом помогут не раньше лета. Сколько она обрушится, остальные будут, летом будет Акимат города Караганды будет заниматься с этим восстановлением дома. Или сам отдел строительства, они будут через спонсорских помощи за счет подрядчика будут восстанавливать данного дома. Родители Ахмеда решили не дожидаться лета и как можно скорее съехать из опасного дома. После этого случая власти провели техническое обследование дома, которое показало, что за время эксплуатации со стен обсыпалось более 400 квадратных метров обшивки. А с высоты-то будет как 50 килограмм. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро Караганды.